Сейчас очень много на рынке таких финансовых пирамид, лицензионных участников, которые вводят в заблуждение, на самом деле, начинающих инвесторов, и они обжигаются на этом. То, инвестируя в криптовалюту, ваши интересы никто не защищает, потому что наши показатели говорят сами за себя. И говорят, ну, совсем с маленькой, с $10 и со $100 заходить просто смысла нет. За 2020 год у нас доходность, ну, я сказала, что одни из лидеров, которые показали доходность, составляет там 61%. Почему к нам? Потому что у нас есть ПИФы, которые лидеры на рынке. Друзья, сегодня у нас в гостях замечательная девушка Маржан. Маржан является директором аналитического департамента, а также по совместительству членом управления Центра Securities. Добрый день, Маржан. Я очень благодарен вам, что вы согласились принять участие в совместном Zoom-интервью. И для нас большая честь сегодня с вами побеседовать. Здравствуйте, Батырхан. И вам большая благодарность за то, что позвали, что дали возможность поговорить и пообщаться с вами и с вашими подписчиками. Да, на самом деле, именно с Centra Securities я очень давно хотел, прям одними из первых с вами хотел побеседовать, потому что Centra как бы имеет определенную историю. И вот хотел бы вкратце сам описать ту информацию, которую я обладаю, возможно, вы ее раскроете более развернуто. Насколько я знаю, вы работаете на казахстанском фондовом рынке с 2004 года, да? Да, все верно. В принципе, одни из первых игроков, то есть казахстанской фондовой биржи, вы прям как старожилы, да, в сравнении вот с новыми игроками, которые сейчас появляются. Это первый момент. Второй момент, который для себя я вывел и помню, это то, что вы больше всего популярны именно как обладатели самых крутых пифов в Казахстане. Потому что, когда речь заходит о пифах, сразу все вспоминают Centres и то, какую доходность они показывают. Ну, да, по показателям 2020 года мы лидеры. Да, и третий момент, который я для себя тоже в каком-то отчете вычитал, о том, что в 2014, кажется, вот когда была шумиха с народным IPO, тоже рекордные показатели по объему сделок показала также Centra Securities. Да, все верно, мы тоже, вот это во время народного IPO Custom Soil, мы тоже были в числе одних из брокеров, которые собрали максимальное количество заявок. То есть в целом АО Centra Securities – это организация, которая имеет все соответствующие лицензии, бумаги, то есть от Нацбанка и так далее, работает в Казахстане, то есть почти 20 лет, занимается брокерским обслуживанием, занимается также ПИФами и с недавних пор также один из участников программы по управлению пенсионными активами. Наша компания имеет лицензию на осуществление брокерской дилерской деятельности на рынке, на фондовом рынке. Но кроме вот брокерской деятельности, мы оказываем весь спектр услуг брокерских компаний, как инвестиционных компаний. Туда входит и корпоративное финансирование, как андеррайтинг, выпуск облигаций, акций, финансовое консультирование. Ну и включая сейчас с недавних пор как управление пенсионными активами. Ну и то, что вы указали ПИФ, это в рамках управления активами нашей деятельности. Мне хотелось бы вообще в первую очередь понять касательно того, какое количество у вас активных пользователей именно на торговле биржей имеется на текущий день. Вы имеете в виду количество наших клиентов? Да, клиентов, которые торгуют на бирже. Долгосроки или трейдинг, то есть без разницы, просто у которых есть счета у вас и которые какую-то активность проявляют. Наверное, я вам общую, такую точные данные, наверное, не смогу дать, но я знаю, что такие вот активные клиенты, у нас около 2000 клиентов, которые торгуют как на казахстанской фондовой бирже, так и на международной. Мы, кстати, вот буквально недавно ознакомились с отчетами центрального депозитария о том, что на начало года у нас всего 135 тысяч счетов открыто в казахстанском центральном депозитарии. То есть в целом очень мало народу интересуется инвестированием и вовлекается во все это. И я думаю, что тоже вот с учетом того, что у вас такая долгая история, я думаю, вы сами тоже знаете, что очень мало людей даже... То есть сейчас как-то больше интереса есть от публики. Ранее до этого вообще не было интереса и было сложно завлечь, наверное, людей в инвестирование. Ну, такая, ну, не то что проблема, так, да, наверное, такая проблема стоит перед всеми брокерами, вообще перед всей казахстанской фондовой биржей в плане того, что... Хотя нужно сказать, что динамика положительная.
с каждым годом все больше и больше людей интересуются инвестированием. И на самом деле вот эта пандемия, она показала, что большинство людей, ну, как бы заинтересовались источником пассивных доходов, да, и одним из источников является вот инвестиции на фондовых рынках. Я думаю, что тогда тоже очень большой период, большое количество людей, которые когда-то задумывались, но еще не было времени, так сказать, в это вникнуть. Я думаю, что это была идеальная возможность для них, для того, чтобы они разобрались, начали свою деятельность, да, и в инвестициях. Да, такая ситуация, ну, такая проблема стоит, наверное, она больше связана, наверное, еще с финансовой грамотностью населения, да, то есть, чем выше финансовая грамотность, потому что все равно деятельность, то есть инвестирование на фондовых рынках, это на самом деле непростая деятельность в плане того, что необходима, ну, какая-то доля финансовой грамотности для того, чтобы понимать при принятии решения, да, в инвестиции, куда и как, и вообще как этот механизм работает, процесс, необходимы будут какие-то там финансовые данные. На самом деле вот эти программы народного IPO, которые у нас прошли, Костромцова и Кикоп, тоже вот так внесли какую-то долю улучшения финансовой какой-то грамотности. Конечно, большая доля, они инвестировали потом и не поняли, куда и что, но какая-то из них часть, там, ну, грубо говоря, 20% все-таки открыли для себя мир инвестиций и начали, и продолжили свою деятельность, именно, ну, инвестировать в другие там финансовые инструменты. Но тогда стоит, ну, мы думаем, что все-таки на самом деле и Казахстанская фондовая биржа, и всеми участниками, другими брокерами, да, участниками фондового рынка проводится определенные акции, определенная, ну, такая деятельность, работа по тому, чтобы как-то улучшать финансовую грамотность, для того, чтобы люди больше понимали, что для них это, ну, хорошая возможность. Ну, как альтернатива там депозиту и так далее. Да, согласен, полностью с вами согласен. Хотелось бы тогда начать прям с самого начала. По большей степени мы заинтересованы, скажем так, в инвестировании и в инвестировании в зарубежные рынки, да, то есть там американские фондовые рынки и так далее. И поэтому, если в целом по процессу мы пробежимся, касательно открытия счета в Central Securities, в первую очередь при открытии счета возможно ли сделать это вот с учетом текущего карантина и так далее в удаленном формате, либо необходимо прийти в офис и так далее? Вообще, вот когда я объясню процесс. Процесс на самом деле не такой простой. Для того, чтобы открыть счет, вам нужно предоставить свое удостоверение личности и дать банковские реквизиты. После этого нужно заполнить анкету, это требование нашего регулятора. И после заполнения анкеты нужно подписать договор о присоединении. Это вот тоже такое требование. Это своего рода брокерский договор клиента. Вот. Ну и после сам брокер открывает брокерский счет у своего кастодиана для своего клиента счет и высылает реквизиты для того, чтобы он мог пополнить эти реквизиты, ну, этот счет для дальнейшей деятельности. В связи с карантином мы, конечно, дали такую возможность, как пока что такое у нас работает, такая возможность, можно выслать все оригиналы документов в сканированной копии для того, чтобы ускорить процесс открытия счета, то есть нам оригиналы выслать позже. Почему мы оригиналы пока просим? Потому что это требование регулятора, к сожалению. Но я так поняла, что эта пандемия всех заставила уйти в онлайн, и мы уже разрабатываем продукт. Я думаю, что в скором времени будет онлайн-открытие счета у нас на сайте, заполнение анкеты и подписание электронной цифровой подписью. При наличии ЦП вы можете в целом на сайте заполнить, открыть счет, и вам не нужно будет предоставлять никаких оригиналов, потому что наличие ЦП, оно уже удостоверяет документы. Я просто пытаюсь сделать сравнение. Когда я открывал и беседовал с ребятами из ЖУСАН, они говорили, что вот сейчас они все оцифровали, и тоже, то есть нету необходимости посещать офис, и можно онлайн через мобильное приложение открыть. И, соответственно, у меня теперь вот вопрос касательно мобильного приложения. Есть ли у Centros мобильное приложение, либо торговая платформа? Каким образом непосредственно осуществляется сама торговля? То есть где ее осуществлять и так далее? Да, у Centros есть приложение, Centros Trade. Оно есть в виде приложения, в виде десктопной версии. И это приложение в себя объединяет, ну, такого рода торговую платформу. Как такой торговой платформы у нас нет, мы
не работаем пока с торговыми платформами, но наше приложение дает возможность покупать и продавать финансовые инструменты на казахстанской фондовой бирже, на международных рынках и на ИКСе. Ну и кроме того, можно через приложение переводить свои деньги из одного счета в другой, либо вывести на свой счет, только на свой счет банковский. Вот. Пока такая возможность есть, но это тоже довольно хорошее, в плане того, что клиентам не нужно приходить, заказы это, в бумажном носителе, да, приносить, потому что есть определенные требования к документообороту, и мобильное приложение сопровождает клиента вообще в посещении офиса брокера. Да, но с учетом пандемии это уже больше потребность, я полностью согласен с этим. Теперь хотелось бы тогда пойти дальше. Получается, я прихожу к вам, нет, не прихожу, да, высылаю вам все сканы, онлайн открываю счет, скачиваю приложение, захожу в веб-версию и начинаю непосредственно торговать. И в этот момент у меня, соответственно, возникают вопросы о комиссиях. Хотелось бы понять, какие у вас комиссии в отношении торговли на казахстанских рынках, также и на зарубежных рынках, потому что некоторые организации выставляют, ну, допустим, Interactive Brokers, вы, наверное, знаете, что у них есть, ну, в зависимости от суммы, но в среднем, то есть ежемесячно необходимо платить 10% комиссии, даже если ты не торгуешь. А есть брокеры, которые берут комиссию, тот же Жусан, про который я говорил, он, кажется, берет 8,5 долларов за каждую сделку. То есть, если мне нужно даже купить какую-либо ценную бумагу за 10 долларов, я буду платить 18,5 долларов, потому что комиссия за сделку. И мне как бы выгоднее покупать сразу там, на 1000 или на 2000. Поэтому хотелось бы понять комиссию Сентроса в данном случае. Есть ли ежемесячная, либо за каждую сделку? Каков процесс у вас? Хорошо, ну вот немного скажу о том, что о сумме инвестирования. Да, вы правильно отметили, что все-таки какая-то комиссия, она там съедает, да, если небольшие инвестиции, поэтому, конечно, мы рекомендуем нашим клиентам тоже заходить более, ну, такой, ну, не 10 долларов, но хотя бы там в пределах от 2000 долларов и выше, потому что тогда хоть ваш доход, да, он не будет нивелирован этими комиссиями. На самом деле все тарифы наши, они размещены на нашем сайте, можно на сайте ознакомиться в любое время, они открыты, в открытом доступе. Кроме того, когда наш клиент открывает счет, мы ему еще высылаем всю информацию по комиссиям. Ну а так вот, там на самом деле комиссий таких разных много, но так основных скажу, что вот как вы сказали, за ведение счета, если у вас даже сделок не было, то наша компания берет один МРП в квартал. То есть если у вас в течение 3 месяца ни одной сделки не было, но у вас есть бумаги, ну и деньги, да, на счету, то за ведение счета мы берем один МРП в квартал, то есть в 3 месяца. Это примерно около 3000 тенге. Вот. По комиссиям за сделки. На казахстанской фондовой бирже наша комиссия, она как бы зависит ее от суммы сделки, но есть еще минимальный порог. От суммы сделки у нас 0,05% от суммы сделки, либо минимум 1 МРП. Okay. То есть если даже у вас какая-то минимальный объем сделки будет, вы все равно минимум там 1 МРП, там 3000 тенге вы нам платите за то, что эту сделку проводим. На международных рынках наша комиссия составляет 0,2% от суммы сделки, либо минимум 3 МРП. А на рынке АИКС, у нас еще рынок АИКС, там у нас за сделку тариф составляет 0,1% от суммы сделки, либо минимум 2 МРП. Для физических лиц, ну, для юриков 3 МРП. Вся информация все равно размещена на сайте, то есть любой инвестор, да, или будущий потенциальный инвестор, клиент, он может ознакомиться и принять для себя решение. Получается, вот, допустим, именно если говорить о зарубежных рынках, потому что сейчас вот как бы у большинства именно такой азарт, драйв купить побыстрее акции того же самого Apple, Netflix, там, Disney и так далее, он заплатит в комиссиях либо 0,2% от сделки, либо 3 МРП, да, вы сказали? То есть это грубо 6-7 тысяч, да, кажется, примерно так. Ну, 3 МРП это 9 тысяч тенге где-то. Ну, грубо 9 тысяч тенге. Теперь вопрос такой, касательно доступа к зарубежным рынкам. Мы вообще начинали как-то обсуждать с ребятами историю с Freedom24, знаете про такую платформу?
Да, эта платформа предоставляет якобы доступ приобрести те или иные акции зарубежных брокеров, зарубежных рынков, российских рынков и так далее. И там все сделано довольно-таки удобно, как в онлайн-магазине ты нажимаешь якобы купить, и все это покупается. А потом, когда прошло немного времени, мы выяснили, что эти акции делистингованы, и мы не покупаем напрямую, да, там, с NASDAQ, либо с московской биржи, к примеру. Мы покупаем листингованные акции, которые завезли сюда на косе, либо на AX, к примеру. И хотелось бы понимать, вот после вот этой ситуации мы начали уже более детально смотреть с ребятами, когда мы покупаем, то есть как брокер работает, через кого он выходит, предоставляет доступ к зарубежным биржам. Аналогично вопрос к вам, то есть Centres предоставляет доступ, я уверен, к NICE, к NASDAQ, да, к этим базовым биржам в Америке. У вас имеется какой-либо контрагент, да, который предоставляет вам доступ, да, потому да, что верно. У них есть какие-то базовые требования, которые там не позволят нам сразу там быть в их списке. И если возможно узнать вашего контрагента, либо если вы не хотите говорить вашего контрагента, хотя бы сказать страну его, где он базируется, регулируется ли он какими-либо организациями, как SEC, FINRA там, и так далее. Потому что, как мы выясняем, что у некоторых брокеров контрагенты находятся в офшорах, либо контрагенты находятся в африканских странах, либо, ну, такие страны, как Ливия и так далее. Ну, как бы мало доверия становится, когда ты узнаешь, что твои деньги проходят через Ливию и так далее. Хочется быть уверенным, что даже твой брокер работает с нужными контрагентами. Поэтому, если возможно, это, конечно, ваше усмотрение о контрагенте информации. Если нет, то просто какая страна и регулируется ли какими-либо регуляторами ваш контрагент? Название я вам, наверное, не скажу. Окей, без проблем. Да, ну, я так скажу, что наша компания не работает с компаниями, которые зарегистрированы в каких-то офшорных зонах, да. И мы стараемся, вообще, ну, так скажу, что мы стараемся в основном работать с американскими брокерами, которые базируются в США и, соответственно, регулируются местным законодательством. И текущий наш брокер тоже базируется в США. Вы правильно ответили, что для контрагентов все равно нашей компании есть определенные требования по обороту сделок. Ну, поскольку наш рынок небольшой, да, ну, есть контрагенты, которые, например, ну, не работают там, с такими странами, да, потому что у них просто оборачиваемость низкая, и комиссии, которые мы платим, например, меньше, чем их расходы. Бывает такое, да. Но наша компания, она работает с американскими компаниями, текущая компания тоже базируется в Америке, в США. Это контрагент, с которым вы как бы не то чтобы недавно, но довольно-таки давно. Нет, мы довольно давно. Ну, вообще они меняются, конечно, там ежегодно там, пересматриваются их комиссии и так далее, условия. Но мы уже давно работаем с нашим контрагентом. До этого очень долго с одним контрагентом работали. Даже более 5 лет. Сейчас перешли на другого контрагента, потому что у предыдущего именно по обороту. У них требования повысили, и по обороту они вынуждены были закрыть линию. Теперь, соответственно, следующий вопрос. Мы определили комиссии, все скачали, открыли счет. И теперь, когда начинаем торговать, с учетом того, что мы знаем, какие комиссии, хотелось бы понимать, вот по вашей рекомендации вы уже озвучили, но хотелось бы более развернутый ответ получить. С какой суммы заходить рекомендует брокер, то есть когда мы начинаем инвестировать? И мы же понимаем, что в инвестирование заходить с одной суммы и ждать, это если ты заходишь прям с хорошей суммой. Желательно зайти с суммой и еще и каждый месяц докладывать, да, какое-то усреднение делать, чтобы, да, эффект сложного процента увидеть, как он работает, желательно еще и каждый месяц докладывать. Как представитель, да, брокерской фирмы, куда, соответственно, несут свои деньги будущие там, миллионеры, которые хотят начать инвестировать, хотелось бы понимать, какая от вас будет рекомендация по стартовому вложению и ежемесячному пополнению. Потому что, как правило, чем ниже ценник, тем больше людей хотят сразу очень быстро начать инвестировать, но при этом хотят таких баснословных, не знаю, доходов, как от Tesla, либо от какой-либо криптовалюты. Поэтому слово вам. Ну, в первую очередь, я хотела бы сказать, что при принятии решения инвестирования на фондовых рынках нужно в любом случае направлять те деньги, которые вам в скором времени не будут нужны. Ну, в плане, которые у вас, так сказать, в свободном распоряжении, да, которые
вы хотите инвестировать на какой-то долгий срок, потому что если у вас есть цель эти деньги изъять там, в скором времени, вы можете не получить тот инвестиционный доход, и с учетом комиссии, как я сказала, вы просто не получите тот доход, который вы хотите. По суммам ограничений на самом деле нет, ну, таких законодательных, да, чтобы только с этой суммы. Ограничений нет, но все это зависит, естественно, от размера комиссии, там, чтобы, ну, совсем с маленькой, с $10 и со $100 заходить просто смысла нет, именно экономического там, смысла нет, в плане, что вы не получите ничего. И хочу сказать, что вот этот, ну, естественно, все инвестируют для того, чтобы получить доход от прироста стоимости там, бумаги, да, и чем больше вы вложили, тем вы больше получаете в виде инвестдохода, в плане, если даже он там вырастет на 10-15%, но если вы инвестировали, там, грубо говоря, $1000, от него получили там, не знаю, $150, да, либо вы вложили там $10,000, и уже от него получаете такой уже значимый, да, доход. Поэтому, как говорится, все зависит, наверное, от цели, что вы хотите, да, для того, чтобы получать какой-то реальный инвестиционный доход, конечно, лучше заходить в такой более, ну, не то что, ну, такой суммы, которая вам позволит этот инвестиционный доход ощутить. Но если вы хотите сначала для себя попробовать, у нас таких, ну, довольно много, которые только ознакомливаются для себя, хотят сначала попробовать, протестировать, так сказать, понять рынок, понять психологию рынка, да, как вообще, ну, движение рынка, трендов, конечно, они заходят с небольшой суммы. Но мы, конечно, рекомендуем, ну, если для инвестиционной деятельности больше, ну, от $5000 лучше заходить. Но это, естественно, не ограничение, это просто рекомендация. Наши клиенты могут и с меньшей суммы заходить, просто когда вот так вот спрашивают, мы, конечно, рекомендуем. Это по нашим оценкам, это такая средняя сумма, ну, инвестируя в которую вы сможете там какой-то ощутить доход, да. Ну и в тенге мы, конечно, рекомендуем от миллиона тенге, потому что там все, что меньше, то же самое, вы просто не ощутите вот этот сам механизм, сам процесс, потому что весь инвестдоход, он будет нивелирован, да, комиссией, и вы не поймете, где ваши 10% роста, когда эти 10% роста ушли на оплату комиссии, да. Теперь тот зритель, который смотрит этот выпуск, понимает, что у него пока нету 2,5 миллиона и пока нету миллиона. Ну, я надеюсь, у него появятся эти деньги. И он начинает рассматривать альтернативные опции, как еще можно приумножить свои деньги. И одна из опций, которые предоставляет ваша компания, и одна из таких крутых вещей, инструментов, это пифы. Какой минимальный вход в пифы? И насколько я знаю, у вас их там 5 различных вариаций в пифах. И какие они? То есть в валюте, в тенге или в валюте? Какую доходность примерно они показывают? И в целом, тем людям, которые в целом, возможно, не знают, что такое пиф, что собой подразумевает пиф, как от компании, которая в некоторой степени, наверное, лучшие результаты показывала по пифам, хотелось бы о пифах именно услышать более развернуто от вас. Да, вы правы, что одним из таких альтернативных инструментов для наших розничных инвесторов является пайв-инвестиционный фонд. Всем тоже рекомендуем. Вообще, что такое пайв-инвестиционный фонд? ПИФ – это объединяет там деньги разных инвесторов, да, и коллективно инвестирует в разные финансовые инструменты. И, соответственно, покупая пай, то есть вы покупаете долю в этом портфеле. И, соответственно, этот пай может быть либо один пай, либо несколько, в зависимости от стоимости этого пая и от суммы инвестирования. Отличие, да, пифа в том плане, такая вот какого-то рода защита, да, инвестиций в том, что управляются пифы специальной финансовой компанией, самоуправляющей компанией, то есть это профессиональная команда, которая инвестирует в различные виды активы, тем самым диверсифицирует портфель, то есть в портфеле могут быть акции, облигации, они могут диверсифицированы быть в виде там, структуры, да, доли акций, облигаций, также в валютной структуре. То есть какая-то часть в тенге, какая-то часть в долларах может быть. И пифы, на самом деле, у нас есть 3 вида пифов. Открытые, закрытые, интервальные. Закрытые – это те пифы, которые вы покупаете в момент создания этого пифа и продаете, когда он закрывается. Да? Таких у нас, по-моему, мало.
А в основном это открытые пифы, это когда вы можете купить и продать паи этого пифа каждый день, ну, ежедневно, в любое время. И интервальные – это те пифы, которые вы можете купить и продать паи в определенном промежутке времени. Ну, обычно это вот несколько раз в год, ну, либо ежеквартально, некоторые ставят сроки, да, вот. Ну, соответственно, они, пифы друг от друга отличаются со стратегией инвестирования. Кто, ну, какой-то пиф больше инвестирует, там, более там, международные акции, кто-то более консервативную стратегию придерживается и так далее. У нас сейчас 3 пифа, не 5 пифов, было 5, но мы закрыли 2, объединили, по-моему, и у нас сейчас 3 пифа, это вот глобальные рынки. Стратегии инвестирования глобальных рынков, это наибольшая часть инвестируется в акции на международных рынках, а то они называются глобальные рынки. Есть еврооблигации, фонд еврооблигаций, соответственно, он само по себе говорит о том, что наибольшая часть инвестируется именно в еврооблигации, это то есть облигации, номинированные там, в иностранной валюте. Да? И есть фонд казначейства, он у нас только более консервативная стратегия инвестирования, но это не означает, что там они в облигациях сидят, но у них такое равномерное распределение доли и акций, и облигаций. По валютной составляющей все пифы у них, на самом деле, у каждого пифа есть инвестиционная стратегия, в которую четко указано, какую долю, в каком проценте, в какие инструменты можно инвестировать. Также там и указывается валюта. То есть бывают пифы, которые абсолютно номинирован в одной валюте, да, то есть либо в доллар, либо в тенге. А есть пифы, которые разные. Вот наши 3 пифа, на самом деле, у них валютная составляющая разная в плане диверсифицированной, в плане и в тенге, и в долларах мы инвестируем. А единственное, что в первых двух, например, вот глобальные рынки и фонды облигаций, валютная составляющая там более 80%. Значительно, ну, мы вообще по инвестиционной стратегии придерживаемся какого-то равномерного распределения, но вот на фоне вот последних всех трендов движений, конечно, в казначействе у нас тоже валютная составляющая больше 50%. Ну, на фоне там всех девальвационных рисков и так далее, да. Ну, и такое вот, то есть преимущество ПИФ в том, что ПИФы у нас номинированы в тенге. То есть вы вкладываете в тенге, но при этом за счет того, что инструменты в этом портфеле инвестированы, то есть куплены в иностранной валюте, вы таким образом свой девальвационный риск нивелируете. Да? То есть какая-то защита от девальвации идет. В любом случае, вы когда покупаете, продаете, конечно, в тенге осуществляется вся операция, но, например, во время девальвации, если пиф больше был в валюте, то он не просядет, а больше вырастет, ну, за счет вот этих конвертаций. Да? Вот. И у ПИФов еще одно из преимуществ – вход, да, минимальный порог входа. Вот в наших ПИФах это от 50 тысяч тенге. У нас, по-моему, в двух ПИФах 50 тысяч тенге, в одном ПИФе 100 тысяч тенге. У нас казначейство, по-моему, открытое, а глобальные и фондовые облигации – интервальные фонды. И еще одно из преимуществ ПИФов – это то, что ПИФы наши, они листингованы на Казахстанской фондовой бирже. И за счет того, что они там листингованы, при продаже ПИФа, ну, то есть можно купить пай и продать пай на фондовом рынке, то есть это вам не обязательно с брокером договариваться, да, вы просто выставляете заявку, во-первых, а во-вторых, ваш доход, инвестиционный доход от прироста стоимости пая, он освобожден от индивидуального подоходного налога, 10%, вы не платите налог, то есть, например, на международных рынках сейчас пока все платят этот ИПН, да, ИПН платится только с доходных, то есть не с доходных, ну, то есть со всех, там, со всего портфеля, с доходных позиций, да, и там, ну, они нивелируются на убыточные, да, сделки. А вот на косе, все, что вы на косе покупаете, просто и на будущее хочу сказать, что это вот такая тоже мера поддержки, да, и развития Казахстанского фондовой биржи в том, что инвестиционный доход он освобожден от ИПН. Это довольно хорошо, потому что при получении дивидендов, даже от прироста стоимости, вам не нужно платить 10%. Это очень актуально в плане того, что у нас предстоит всеобщее декларирование доходов, да, и рано или поздно все придется декларировать, где они что инвестируют, где они какой доход получают. Полностью согласен, да. На самом деле, вот сейчас те зрители, которые смотрят этот выпуск и у которых бюджета меньше, чем миллион, это для них шикарный инструмент. Это вот тоже мое, в том числе, сугубо личное мнение, то, что
входные от 50 тысяч и выше, да, то есть можно заходить, это на самом деле очень круто, и пифы очень хорошие инструменты. Насколько я знаю, я где-то вот, когда мы договорились, что мы с вами созвонимся, я изучал немного про Centres, и вот этот пиф казначейства, насколько я понимаю, это первый пиф в Казахстане, в принципе. Ну, насчет первого я вам точно не могу сказать, но я знаю, что... Да, по-моему, это первый пиф, но я, короче, не буду вам врать. Но скажу, что мы эти три пифа ведем уже с момента основания, то есть 2004 года. И то, что они к настоящему времени не закрылись, да, и наоборот показывают хорошую доходность, это говорит о том, что мы в целом справляемся с нашей работой по управлению этими пифами. Хорошо, теперь хотелось бы задать такие вопросы в отношении пифов. Вы озвучили вот очень интересный момент, то, что пифы, они торгуются на бирже, и в тот момент, когда после того, как я купил, я хочу продать их, я продаю не брокеру их обратно, а продаю потенциальным покупателям, правильно? Ну, вообще такая идея есть, чтобы вы продавали потенциальным покупателям, но поскольку это только недавно наши, не только у нас, и других брокеров тоже пифы вышли на, листинговались на косе, пока вот такой высокой ликвидности нет. Но в любом случае у вас вопросов, ну, в плане каких-то задержек с продажи не будет, потому что есть маркетмейкеры, которые обязаны там реализовать вашу котировку, да. Ну, в нашем случае с нами управляющие компании у вас могут выкупить этот пиф. Но единственное, как я уже говорила, у интервальных пифов есть определенные сроки, когда вы можете продать. И, ну, хотела бы тоже так сказать, что на самом деле вся информация по нашим пифам, она тоже открыта. На нашем сайте, вот если вы наберете Center Security, выйдет наш сайт sec.kz, там вот в деятельности по инвестиционному фонду есть вся информация, и стратегия, и динамика, и есть еще отчеты наших управляющих. Они там прям прописывают, почему что-то было куплено, что-то было продано, какая сейчас динамика, какая сейчас структура портфеля. Поэтому вот при принятии решения инвестиций в ПИФы каждый инвестор потенциально может тщательно ознакомиться со всей этой деятельностью этого пифа, что куда инвестируется, какая доходность, какая история, и уже принять решение. Допустим, лично меня, вот когда я вот сейчас вас слушаю, меня больше всего заинтересовал пиф глобальные рынки, да, вы сказали? Да-да-да. Потому что я понимаю, облигации это больше такой фиксированный в отношении дохода инструмент, так же как и казначейство. А вот в целом глобальные рынки звучит как что-то интересное. И дополнительно вот другие организации, которые предоставляют пифы, у них еще нету истории, чтобы можно было примерно оценить, насколько можно им довериться и какую доходность они показывают. С учетом того, что почти, да, 20 лет имеется пиф как глобальные рынки, можно ли озвучить примерную процентную доходность, да, то есть с учетом того, что вы говорите, они примерно на 80% в валюте, и там и инфляция, да, то есть все эти нюансы, и хотелось бы вот узнать такую среднегодовую доходность пифа глобальные рынки. Ну, на текущий момент я вам могу сказать, что вот по глобальным рынкам за 2020 год у нас доходность, ну, мы, я сказала, что одни из лидеров, которые показали доходность, составляет там 61%, да, годовых. А вообще с начала деятельности мы показываем 68,5% годовых в тенге. Ну, это вот на самом деле благодаря тому, что вот наш портфель был диверсифицирован и большую сторону на вот международных акций. И на такую доходность, конечно, повлияли вот эти тренды и девальвации, которые у нас были, ну, да, И также прошлогодний, на самом деле, в прошлом году у нас были очень хорошие качели. Нам удалось инвестировать в те акции, которые как раз-таки показали очень хорошую динамику за прошлый год. Вот в отношении того, что вы инвестировали в нужные ценные бумаги, ведется ли вот какая-либо работа по тому, открываете ли вы данную информацию, что вот мы, там, аналитики, которые ведем этот пиф, решили в этот раз вложить деньги там, в такие-то акции мы продали, и в целом пиф состоит, допустим, из таких-то инструментов. То есть, допустим, покупая пифы, ваши потенциальные клиенты будут видеть и понимать, куда их деньги вкладываются? Да, конечно, как я уже говорила, на нашем сайте есть отчет управляющего.
Он предоставляется на ежеквартальной основе, то есть раз в 3 месяца наши клиенты могут открыть и посмотреть, куда мы инвестировали, какая структура, почему мы что-то продали или купили. То есть это вся информация от управляющей, просто она не на ежедневной основе, она предоставляется ежеквартально, такой развернутый. Но можно по стоимости пая, по-моему, получать информацию на ежедневной основе. То есть у нас на сайте есть информация, она выкладывается ежедневно, показывается прирост стоимости пая. То есть, в принципе, тоже можно отслеживать, ну, то есть какая-то котировка, да, также как по инструментам другим. Теперь у меня вопрос касательно вот доверительного управления пенсионными активами. Это в целом новое такое направление, да, которое, не знаю, наверное, в некоторой степени такое новшество у нас на рынке, которое сравнительно, буквально здесь немного времени прошло, насколько я помню, вроде бы в марте, кажется, об этом объявили, и сейчас уже май, то есть, в принципе, 2 месяца прошло. И хотелось бы понимать, какое количество людей все-таки ушло к вам, да, из тех людей, которые все-таки решили инвестировать, и какую доходность вы показываете вот именно в отношении доверительного управления пенсионными активами? Ну, для начала хотела сказать, что это, ну, деятельность совсем такая новая, вы знаете, что там. Ну, для местного, скажем так. Это был частный, да, пенсионный фонд, который как раз-таки эту деятельность осуществляли, просто это было такое уже добровольное, да, управление, то есть вы добровольно шли свои пенсионные начисления, ну, давали там тем управляющим, говорили, вот вы можете управлять. Сейчас это тоже как бы добровольное, но, например, мы как управляющая компания, мы не видим поименно, кто к нам переводит деньги, мы видим только общую сумму. То есть вкладчик, он на сайте ЕНПФ заполняет всю информацию, и ЕНПФ дает заявку о том, что я хочу, чтобы мои там излишки, да, пенсионных накоплений были в управлении той или иной компании. Эта деятельность у нас началась с начала января. Ну, фактически, мы, вот 4 брокерских компании, которые сейчас работают, управляющие компании, да, которые активно ведут бизнес, начали работу, наверное, с марта. Потому что с марта уже реально деньги начали поступать, и реально можно было, появилась возможность там написать заявление, да, по переводе. Вот, на самом деле, вся информация тоже есть на сайте ЕНПФ, там, где показатели передачи пенсионных накоплений, там вот ЕНПФ открыто всем говорит, сколько заявлений было поступлено, сколько заявлений поступило, сколько было обработано и, соответственно, сколько заявлений было исполнено, то есть передано, получается, в управляющей компании и какие суммы. Вот на сегодняшний день, вот на 25 мая, обработанных, исполненных заявлений там 1415. То есть получается 1415 вкладчиков, пока что перевели деньги и перевели на сумму 3 миллиарда тенге. Ну, в общем, на самом деле сумма небольшая. Наверное, она связана с тем, что мы сейчас думали, что будем конкурировать с управляющими компаниями, а конкурируем теперь с недвижимостью. В плане того, что возможность на самом деле изъятия денег на недвижимость, на приобретение, на улучшение условий жилья, да, и на лечение предоставлена была нашим жителям, ну, нашим населению раньше, чем передача пенсионных накоплений. Ну и видно, что самый актуальный вопрос, наверное, для нашего населения сейчас именно в жилье, поэтому около 1 триллиона тенге ушло на вот именно на изъятие именно на жилье, да, кто-то купил, кто-то погасил свою ипотеку, кто-то, ну, еще вот. А на управление вот дали, ну, фактически, да, в марте, и с этого, с марта по май, за 2 месяца всего 3 миллиарда переведено. Ну, по сравнению с суммами недвижимости, конечно, небольшая, но мы думаем, что, ну, надеемся на то, что динамика будет расти, в плане того, что государство тоже, наш регулятор тоже понимает, что все-таки активность не такая высокая, как хотелось бы, и будет, наверное, применять, ну, возможно, может, какие-то еще внедрит какие-то стимулирующие меры, может и нет, но в любом случае, я думаю, что первый год такой показательный для всех, что все будут смотреть вообще, как управляет там частная компания, какой доходность она мне покажет, да, и потом я уже смотрю, может, на следующий год я все-таки тоже переведу свои деньги.
Вот. Но такое отличие перевода пенсионных накоплений от других – это не изъятие, это просто перевод пенсионных накоплений. Соответственно, какой-то инвестиционный доход вкладчик не может изымать. Ну, то есть это не свои деньги, которые инвестировал, он инвестировал свои пенсионные деньги просто из ЕНПФ в управляющую компанию, чтобы она могла ему больше инвестиционный доход принести, соответственно, увеличить его пенсионные накопления для того, чтобы к моменту там, выхода на пенсию у него была достаточная сумма пенсионных накоплений, чтобы он жил радостной и довольной жизнью, да. Вот. И вот перевод сейчас денег, он просто, ну, такие вот преимущества-то управляющей компании, так вкратце скажу, что все управляющие только получили деньги, соответственно, портфель создают заново. То есть если ЕНПФ, он уже управляет этими деньгами долгое время, и у него в числе там портфеля уже есть там эмитенты, которые могут быть там некачественные, да, ну такая доля здесь большая, но все же, то сейчас все управляющие компании, они заново создают портфель и, соответственно, создают ее с условием того, чтобы они инвестировали более ликвидные активы. Кроме того, от регулятора есть требования к управляющим компаниям в виде лимитов инвестирования, что не более 50% от портфеля можно инвестировать в иностранные акции. И да, ну это, наверное, для того, чтобы какая-то ликвидность была, возможно, для этого регулятор. И есть такое вот еще требование, но оно только не обязательно, но желательное в плане по рейтингам, чтобы управляющие компании инвестировали в качественных эмитентов, у которых рейтинги довольно высокие. В принципе, преимущество управляющей компании, что да, она там доходность может больше показать. И на самом деле от регулятора введены такие меры защиты интересов вкладчиков. Какие? Это первое, то, что управляющая компания, она должна обеспечивать не менее 70% от среднеизвешенной доходности. Да? Если, ну, грубо говоря, это как она рассчитывается в конце года, берется доходность портфеля всех управляющих компаний, и с нее рассчитывается среднеизвешенная, и с этой среднеизвешенной смотрится. Если управляющая компания заработала меньше 70% от этой среднеизвешенной доходности, то все остальное до 70% управляющая компания покрывает за счет собственного капитала. Ну, то есть такая тоже защита, да, что хотя бы минимальная доходность на уровне инфляции там точно будет. Ну, гарантия, да, какая-то. На самом деле, вот именно вот это вот требование о том, что если они не покажут эту доходность, они должны, получается, брокеры должны за свои средства, да, то есть восполнить эту доходность, верно? Да-да, если они получат меньше 70%, ну, грубо говоря, если будет 10% среднеизвешенная доходность, а брокер заработает 6%, то вот эту разницу в виде 1% до 7% он за счет собственного капитала возмещает. Ну, для брокеров, конечно, это, ну, так, интересно, ну, то есть тоже мы понимаем, что нужна такая мера, но для вкладчиков это какого рода гарантия того, что там управляющая компания в убыток не уйдет, по крайней мере, в отрицательный инвестиционный доход не уйдет, потому что если он получит отрицательный инвестиционный доход, то все остальное покроет за счет собственных средств. Если среднеизвешенная доходность будет положительной, ну, на каком-то уровне. Ну, какого рода такая защита. Вот. Тоже хотела сказать, что вся деятельность управляющей компании, она открыта, также прозрачна. Все инвестиционные стратегии, структуры, текущая доходность, она также размещена и на сайте ЕНПФ, в личном кабинете. Я думаю, каждый вкладчик может получить эту информацию, если он инвестировал, да, перевел свои деньги. Вообще у каждого управляющего еще есть на своем сайте информация, какая текущая доходность по портфелю. Мы, как Century Securities, получили деньги в апреле. Соответственно, мы управляем этими деньгами 2 месяца только. Но на текущий момент могу сказать, что, ну, по крайней мере, на 1 мая, потому что мы отчитывались, наша доходность была там 10% годовых. Да, это не так много, но довольно тоже хорошая доходность в плане того, что с учетом всех ограничений, да, и лимитов, которые нам дали для того, чтобы мы инвестировали. Смотрите, мы с вами обсудили брокерское обслуживание, то, что человек приходит к вам, заполняет, регистрируется у вас, заключает этот клиентский договор, а затем начинает торговать, ну, думает о том, чтобы поторговать на зарубежных рынках, но понимает, что в связи с тем, что входные у вас, не то чтобы у вас, а рекомендуется в целом от 1 миллиона, либо от 2,5 миллиона, в зависимости от рынка,
Он понимает, что, возможно, ему лучше перейти на пифы, рассматривает пифы, где от 50 тысяч тенге уже можно входить и начинать инвестировать. Причем пифы, кстати, вот следует прямо отдельно отметить, что ты вложишь деньги, и ты не думаешь, во что их вкладывать. Ты дал их брокеру, и брокер за тебя думает, куда вложить твои деньги. И при этом об этом думает, то есть такой финансист, да, который знает, что происходит на рынке, и еще и он диверсифицирует в корзинку твои деньги, верно? Да, в рамках инвестиционной стратегии этого ПИФа. Да. Но я немного не согласна с тем, что вы когда говорите, что вы вложили деньги в ПИФ и не знаете куда, на самом деле вы знаете куда, вы знаете стратегию ПИФа и знаете, куда он примерно будет складываться, да, и есть текущая структура. Поэтому в этом плане, на самом деле, вы знаете, куда вы вкладываете, какой портфель, каких акций и облигаций. Теперь хотелось бы получить, если возможно, скажем так, ваше мнение о криптовалютах. То есть ваше не сугубо личное, а больше, наверное, как ваша позиция от брокерской фирмы, да, от Central Securities. Сейчас криптовалюта, как бы, стоит отдать должное, одна из таких хайповых тем, о которых все болтают, все обсуждают, все хотят знать, как туда вложить, и начинают искать различные фирмы, различные непонятные приложения. И здесь велик риск потерять деньги, это очень высокорискованный инструмент. Но при этом некоторые организации начинают подстраиваться под то, что сейчас происходит, скажем так, в новостях, и начинают уже различные опции предлагать. Поэтому хотелось бы обозначить вашу позицию. Как вы относитесь к криптовалюте и к текущим вот изменениям, то, что сейчас происходит, то они скачут вверх, то весь рынок падает вниз и не может восстановиться. Поэтому слово вам. О криптовалюте, на самом деле, да, вы говорите, что... наше мнение такое, наверное, больше нейтральное в плане того, что как лицензируемый игрок на рынке, мы, по-моему, не можем торговать криптовалютой, у нас нет лицензии и доступа, потому что они не торгуются на официальных фондовых рынках, поэтому как лицензионный игрок мы не можем предоставить возможность торговли именно криптовалютой. Но я знаю, что уже сейчас есть, на самом деле, я не могу вам точно сказать, но есть уже создаются ETF-ки, тоже такие паевые инвестиционные фонды на американских рынках, которые включают в себя какой-то набор криптовалют. И, соответственно, эту ETF-ку уже можно купить на фондовом рынке, потому что, почему вот отличие, да, криптовалюты в том плане, что инвестируя в криптовалюту, ваши интересы никто не защищает, соответственно, нет рынка, нет регулятора, который может там в случае там каких-то там, да, вопросов, проблем там решить. То есть, инвестируя в криптовалюту, вы полностью остановите весь риск того, что вы инвестируете через какие-то биржи, я знаю, что дают возможность. И за всю деятельность этой криптовалюты, за всю динамику тренда, то есть сам инвестор принимает на себя все удары, да. А на то и фондовый рынок в том, что есть регуляторы, которые регулируют деятельность брокерских организаций, чтобы они в своих интересах ничего не делали, а делали на в интересах, в первую очередь, клиентов, чтобы интересы клиентов были всегда, превыше всего, реализованы. Поэтому по криптовалюте, наверное, нейтрально. То есть, как игрок, мы не можем это предоставить возможность. Я не думаю, что наше законодательство как-то поменяется, и что мы сможем в дальнейшем предоставлять такую возможность. Но если даже изменится, то по криптовалюте, как аналитика, мое мнение в том, что по криптовалюте очень такие сомнительные факторы его роста и падения. То есть иногда даже не предугадать, за счет чего он вырос, за счет чего упал. И основным фактором вообще изменения, да, криптовалюты является спрос. Если спрос есть, он растет. И как только спрос падает, либо кому-то нужно обналичить деньги, да, в плане, за что же так, закрыть позиции, то криптовалюта падает. Но при этом рост и падение, там в двухзначных цифрах, процентах происходит, то есть не такое мягкое, а это потому, что нет никаких таких фундаментальных факторов, поэтому тупо есть спрос, растет очень быстро, потому что этот рынок вообще не регулируется, видимо, кто как, за сколько готов купить, так оно и растет. Поэтому это в вопросах спроса, я думаю, что по криптовалютам еще будет очень долгое время,
тренд. На самом деле, вообще это вышло из системы блокчейна, да. Я думаю, что, возможно, в будущем найдутся какие-то механизмы, наверное, как-то, ну, как-то ее легализовать в плане сама природа криптовалют в том, что она как раз не поддается регулированию, да, и поэтому отследить ее нельзя, кто кому что продал нельзя, и сам процесс вот всего этого, да, перевода денег и так далее нельзя. Но в этом ее и была сама суть, почему она была интересна в первую очередь там, да, в начале, потому что можно было там, вот, ну, пока нейтрально, такая позиция. Теперь хотелось бы поговорить, если вот возможно, о каких-нибудь трендах именно на фондовых рынках. Я уверен, что вы, как представитель аналитического департамента, вы ежедневно, на ежедневной основе участвуете тоже, да, в выборе акций, в обзоре котировок, новости и так далее. То есть, возможно, мы в целом очень быстро делаем монтаж, и когда мы выпустим, эти новости еще будут актуальными. Поэтому хотелось бы понять, к примеру, возможно ли будут от вас какие-либо рекомендации, за какими там двумя-тремя акциями сейчас стоит следить и, возможно, прикупить. Потому что, как правило, когда речь идет о покупке, все покупают на хаях, когда all-time high, да, дает та или иная акция, вот, то есть бьет рекорды, мы все бежим покупаем. Но при этом, когда все падает и показывает какую-то рекордную убытки именно в плане стоимости ценной бумаги, никто не хочет брать, все начинают это сливать, распродавать и так далее. Поэтому нужно покупать тогда, когда все продают. И хотелось бы понять, есть ли у вас какие-либо рекомендации на текущий момент, да, то есть какую-нибудь актуальную информацию, каким нескольким ценным бумагам сейчас стоит присмотреться, возможно, и, возможно, прикупить. Да, я согласна, Ваня, что да. Ну, есть, ну, из моего опыта скажу, что есть акции, которые сейчас могут быть на хаях, но почему-то они растут и растут, и дальше показывают какую-то динамику, да. Но это в основном компании из финтех-сектора, да, технологические, которые уже последние 2-3 года просто растут. Просто растут, да. Небольшая коррекция есть, но все равно дальше делать, ну, просто. По поводу акций, у меня, на самом деле, у меня такое хорошее предложение. Наш аналитический департамент, он ведет своего рода такой продукт, виртуальный портфель называется. Ну, для наших клиентов мы в этом портфеле даем 10 международных акций, в основном это американская фондовая биржа, и отсечку по этому виртуальному портфелю делаем ежеквартально для того, чтобы какую-то динамику показывать. И информацию по этому портфелю мы размещаем ежедневно. Какая структура, какая доходность среднего портфеля в абсолюте, в годовых, потом по бенчмаркам тоже сравниваем. Поэтому у меня даже не несколько, у меня есть, в принципе, вам список из 10 акций. Озвучить их я, ну, могу, но я думаю, что, наверное, лучше вы можете зайти на сайт, и там будет вся структура по этим 10 акциям, вы сможете посмотреть. И мы ежеквартально делаем отсечку, и даже мы почему этот продукт придумали, для, в основном для именно начинающих инвесторов, которые не знают, куда вложиться, но могут там кому-то довериться и могут просто по нашему портфелю инвестировать. И у нас есть в этом портфеле есть свои уровни стейк-профита и стоп-лосса. И, соответственно, при достижении какой-либо акции этих уровней мы меняем, то есть фиксируем позицию, получается, и предлагаем новую бумагу, и, соответственно, где-то новым сажаем. И такая вот тоже введение портфеля получается с нашей стороны для наших розничных инвесторов. То есть это такой некий виртуально публичный портфель, да? То есть на самом деле... Да, виртуально публичный портфель абсолютно, он у нас не закрытый. Он на то и аналитический продукт, в плане это наши торговые рекомендации, как минимум там 10 акций международных, которые вы можете инвестировать, в которые мы проанализировали и верим в то, что у них есть потенциал роста. Один из таких крайних вопросов, который меня очень интересует, с учетом того, что мы с вами все обсудили по брокерскому обслуживанию, по ПИФам, по пенсионке, даже про крипту, хотелось бы с вашей точки зрения понять три каких-либо преимущества Centra Securities в сравнении с другими брокерами. Те ребята, которые будут смотреть этот выпуск, посмотрев и послушав ваши преимущества, возможно, примут решение, что начнут они свой путь в инвестировании именно через вашу организацию. Поэтому хотелось бы вот услышать ваше мнение касательно ваших преимуществ перед другими.
С каждым годом преимущество все держать как-то сложнее. Да, на самом деле у всех брокерских компаний деятельность одна, а мы отличаемся только с, наверное, от друг друга доступом к инструментами, которые позволяют иметь доступ на фондовые рынки и по комиссиям. Вот. И я могу одно из преимуществ сказать, что по комиссиям, на самом деле, у нас довольно лояльная комиссия по сравнению с другими брокерскими компаниями. Не скажу, что низкие, но если посравнивать, то они более лояльны к розничному инвестору. Наверное, второй продукт, почему к нам, потому что у нас есть ПИФы, которые лидеры на рынке, поэтому вы можете прийти к нам и где-то даже не обязательно открывать брокерский счет. Вот. Наверное, третье преимущество, наверное, в том, что за счет вот и показателей ПИФов, и финансовых показателей компании, наверное, профессиональная команда, в плане того, что наши показатели говорят сами за себя и говорят о том, что у нас довольно профессиональная команда, которая знает, что делает. Отлично, я думаю, шикарные три пункта. И комиссия — это прям одно из самых базовых вещей, которые всех интересуют при торговле, потому что это прям основа основ, наверное, знать по моменту, связанные с комиссией. И сравнительно, да, она не такая уж большая, я с вами согласен. То есть если у тебя есть деньги к инвестированию, то будь готов и комиссии платить. И касательно ПИФов и команды, полностью вас поддерживаю по всем пунктам. Спасибо огромное, что вы согласились сегодня на этот совместную, скажем так, Zoom-интервью. Очень отлично поболтали. Я лично для себя в том числе открыл определенную информацию по-новому, да, напрямую от представителя Centra Securities. Поэтому спасибо. Вам спасибо большое и успехов вам в вашей деятельности и в ваших инвестициях.